у нас есть два варианта. Это деревянные входные в дом и металлические входные в дом. Про деревянные можно сказать отдельно. Они обязательно требуют оснащения дома каким-то козырьком, навесом над дверью. То есть это не обязательно должен быть какой-то навес, это может быть крыша там от балкона, неважно. То есть, ну, должен просто быть определенный состав, закрывать определенное место, да, двери, вот, чтобы не попадало солнце и влага и так далее. Да. Ну, зато это там эстетика, долговечность и так далее сразу организуется. Вот. Если говорить про металлические двери, они у нас есть на входе. Это оцинкованная сталь, это теплая, хорошая алюминиевая коробка, там закрывается как холодильник. Очень достаточно долговечное, удобное решение. Да, у нас есть возможность дверей для входа в дом, входа в квартиру, где можно поставить вплоть там до отпечатков пальцев. То есть есть такие решения, это специальные, так скажем, приборы, да, которые устанавливаются, интегрируются уже в дверь, и, соответственно, можно открывать там по паролю. Вот у нас, например, в офисе даже реализовано, можно с телефона открывать дверь. То есть у нас реализовано это решение, стоит модуль, который открывает там с телефона дверь, где бы я ни был. То есть, ну, главное, чтобы был интернет. Вот. Соответственно, решение возможно, его можно интегрировать в общую систему умного дома, можно это использовать отдельно, как вам будет угодно. Самая безопасная дверь – это под сигнализацией. Важно выбрать эксплуатационные свойства, чтобы была теплая дверь, несла за собой, ну, эстетику, естественно, и удобство использования. Вот. И если вы хотите защититься, ну, надо ставить какие-то, опять же, умные вещи, там, вплоть до сигнализации.